ногах по-прежнему возит шайбу в чужой зоне. Так, завалили тут Гласса. Смотрите, никак не может встать Джефф Гласс. На нем лежит игрок авангарда. Так, еще одно падение. Гласс опять тут не понимает, что происходит. Давайте еще раз смотреть. Вот никак не мог. Иванов не хотел вставать, показывает ему арбитр. Давай, давай. А он говорит, нет. Мне и тут мягко. На Джеффе Гласе. Тут немножко борьбы, посмотрите, мы с вами увидели. И Джефф Гласс вообще не понимает, что происходит.